класс юного пограничника открыт в средней школе имени Абсамата Масалеева города Кадамджай Баткенской области. Оформление и ремонт класса сделали пограничники контрольно-пропускного пункта Кадамджай Автодорожный. На стендах портреты героев-пограничников с описанием их подвигов. Теперь школьники смогут больше узнать о профессии военного. Отмечу, ГПС в рамках военно-патриотической работы уже открыло 59 классов в районах, областях и городах, где дислоцируются пограничные подразделения. Редактор